Евросоюз, ну, так, как сосед, который должен пока помогать вроде бы Турции. Но в Евросоюзе последние годы очень сильно не любят Турцию, очень сильно не любят Эрдогана. Условно говоря, во многих редакциях европейских газет, во многих европейских центрах теоретически они против пожаров, но так вообще-то улыбаются и хитно, дескать, ну как ты, Эрдоган, не справляешься, так сказать, и это очень хорошо. Поэтому навредить как-то Эрдогану, это тоже такое есть. Поэтому помощь со стороны Евросоюза Турции значительно меньше, чем она могла бы быть. Один Азербайджан помогает Турции больше, чем все страны Евросоюза, богатейшие вместе взятые. А Азербайджан все-таки небольшая страна, 10 миллионов человек только, а Евросоюз 500 миллионов. То есть помощь со стороны Евросоюза значительно меньше, чем должна бы быть Турции, а критика со стороны Евросоюза в адрес турецких властей значительно больше, чем она должна бы быть. То есть вместо помощи они занимаются критикой Эрдогана. Ну, мы это по себе хорошо знаем, в этом проявляется некая такая вот как бы моральная коррупция, моральное разложение политиков стран Евросоюза. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.